16-летняя Габриэла Дуглас стала героем заголовков в этом году, когда завоевала золотые медали Лондонской Олимпиады. Но автор недавно вышедшей автобиографической книги «Благодать. Золото и слава» дает понять, что в ее истории есть гораздо больше, чем то, что видят люди. И в своей книге она пишет, как шла к золотой медали через борьбу, через бездомность, расизм и болезнь крови. Несмотря на это, оглядываясь назад, она уверена, что трудности сформировали ее характер. Кроме этого, Дуглас пришлось столкнуться с критикой и обидами. Ее называли рабыней, критиковали ее прически и советовали сделать пластическую операцию носа. Как истинная христианка, Дуглас пишет в своей автобиографии о прощении своих критиков. Ее книга «Благодать, золото и слава» пропитана ее верой. Каждая глава начинается с цитаты, многие из которых цитаты из Библии. Дуглас любит говорить о своей вере, и она поняла, что Бог провел ее по пути, который привел ее на Олимпиаду 2012 года. И через 4 года она вновь попытается выиграть золото. Сегодня 17-летняя гимнастка надеется, что люди будут вдохновлены всем тем, через что провел ее Бог.